Друзья, всем привет на моем канале. Меня зовут Алекс. Кто первый раз, веду канал из Калифорнии, из Оранж-Каунти. Сегодня постараюсь сделать небольшой влог, потому что вот начала ездить и по работе сегодня, и в колледж едем. И очень много интересного хочу вам показать. Сейчас приехали по работе в небольшой такой коттеджный городок. У нас заказ по арту возможен. Вот люди хотят заказать картину, и сейчас буду вот показывать, как это все. Оставайтесь на канале. Друзья, у нас тут по территории, погуляю, поснимаю, расскажу вам, чем закончилась наша утренняя поездка по заказу. К нам обратились люди заказать картину. Я просто там не смогла снимать, там частный дом, и нельзя снимать, некорректно, поэтому расскажу. Но там был интересный момент. Значит, мы до колледжа утром поехали, обратились вот тут недалеко, из соседнего городка, заказать картину. Это тоже один из заказов частных. Мы же развиваем свою тоже дизайн-студию параллельно. У нас как бы несколько работ, несколько направлений. И все окей, заказ, ну, прошел, нам заказали эту работу, но что интересно, что мы минут 20 искали дом этот в этом вот как бы коттеджном городке. Так вот, мы нашли минут через 20-30 только, наш человек ждал, это было так вот некомфортно, неудобно для всех, потому что навигатор, мы ввели в свой украинский Google навигатор номер дома, и он показал один дом. А оказывается, эта информация была некорректная, это было совершенно там в другом месте. И пока мы это все выяснили, пока мы нашли, там через людей уже спрашивали, где этот дом, и потом нам, получается, клиент, вот который заказывал у нас картину, он нам объяснил, говорит, что вы используете украинский навигатор, в Америке это нельзя делать, они все некорректны. Он сказал, что уже сталкивался с этим, нужно переустановить все полностью на американское. То есть тот же Google навигатор, как бы он и так американский, мы его не переустанавливали, считали, что он подходит. Он говорит, нет, нужно именно установить американский Google навигатор. Поэтому, друзья, вот такой интересный момент, опять же, может быть полезный, что нужно именно здесь устанавливать все американские программы, и тот же навигатор лучше американский, тогда он корректно показывает полностью там номера домов. Так что вот заказ мы взяли, и вот это еще тоже одна из подработок, которую вот мы делаем, мы постоянно по чуть-чуть делаем свои заказы. Друзья, подходим в колледж заполнять application, все-таки мы тогда отложили, а сейчас будем уже записываться с января учить язык. Так что я очень надеюсь, скоро будем заниматься. Колледж Saddleback, вот мы добрались. Внутри колледжа, вот. Это фойе Student Customer Centers. Вот, регистрируюсь уже в колледж. Тоже Антон регистрируется. Вот тут много в колледж всего заполняешь. Вот и образование, и тут много вопросов. И образование, гражданство, интересы, демография. То есть делается свой профайл. И вот я уже минут там 20 все это заполняю. Еще буду, наверное, полчаса. Вот, Калифорния, Community College. Заполняю очень много вопросов в колледже, где ты учился подробно, в каких годах. Вот тут большая анкета, уже, наверное, час мы тут. Заполняем. Тут в Америке очень много аппликейшенов, очень много регистрационных форм. То, чего, кстати, в Германии нет и нигде, вот я не видела. Тут интересный вопрос, вот я покажу, заполняешь в колледж, и даже нужно указать свои родители, вот которые меня воспитали, мои родители, какая у них степень образованности. И вот тут на выбор я показала, что, ну, у меня родители, у них высшая степень образованности, у них магистратура и подобное. И вот тут вот открываешь, и показано, что, допустим, 9 классов, high school, там и подобные бакалавраты, и вот выше бакалаврата, degree, master's, professional degree. Вот я указала, что да, у меня родители, они имеют степени. Ну вот даже такие вопросы задаются. И вот я уже заполняю часы, я уже заполняю почти 2 часа. Мы в 10 пришли, еще не все заполнила. Вот так, такие огромные аппликейшены. Хочу вот специально это показать. Смотрите, середина декабря, клен стоит вот, вот такой вот красный, такое ощущение, что это октябрь, наверное, сентябрь в Украине. То есть вот зима в Калифорнии, лиственные деревья, они вот где-то вот так вот только слегка опадают и стоят вот как золотой осенью. Я показываю очень красиво, так это зимой. Друзья, это всего лишь домашка по музыке.
В обычной американской elementary school. Фил мечтал играть еще в Германии, просился в музыкальную школу. Я все обещала, обещала. Мы приехали в Америку, отдали его в обычную американскую школу, бесплатную. И вот у них на уроке музыки. Каждый ребенок может выбрать свой музыкальный инструмент. Им его дают, под них делают, под длину руки, делают скрипку и реально учат, как в музыкальной школе. Фил просто в восторге и дома тренируется. Друзья, вот уже балконы украшают к Рождеству люди. А вечером мы приехали на стрижку. Вот, нас всех. Тоже тут вот к украинцам частно, в их кондоминиум. Сейчас попробуем постричься. Вот ищем. Вот такой тут жилой комплекс. И мы ходим ищем. Сейчас 6:30, и как раз таки вот 2 часа. Нас всех постригут, и это будет экономнее, чем в парикмахерской. Вот тоже люди двери украшают. Да, сейчас, Антон, найдем. Я себе представила доставщиком кофе, работающим на Дардаш, как ты тут бегаешь ночью. И это вот так вот ищешь, чтобы заработать там $5-10. Вот так бегаешь по вот таким вот темным, огромным, большим вот кондоминиумам. Друзья, я поняла, что работать доставщиком – это, конечно, та еще работа. То есть эти деньги – это очень тяжелый труд, это пипец. Вот ты бегаешь и ищешь этот апартмент. Вот такой вот кабинет на дому. Вот. Стричь будем. Стричь, да, Фил? Чуть-чуть.